Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был ближайшим учеником Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн присутствовал при воскрешении Иисусом дочери Иаира. Он был на горе Фавор и видел преображение Господне. Иоанн занимал на Тайной вечере одно из почетнейших мест, прямо рядом с Христом, и, как многие ученики, с ужасом воспринял слова пророчества о предательстве одного из них. Иоанн отвечал Сыну Божию не меньшей преданностью. Он единственный из учеников остался рядом с распинаемым на кресте Иисусом, и ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. «Жено, се сын твой, се матерь твоя», — сказал он с распятия. После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Он совершил там множество чудес и обратил местных жителей в христианство. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано Откровение или Апокалипсис – самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет –